На Аллее Славы в Голливуде торжественно открыли звезду актрисы Энн Хэтэуэй. Долгожданная церемония с участием 36-летней кинозвезды прошла в Лос-Анджелесе. Звезду приветствовали сотни поклонников и десятки фото- и видеокамер. Организаторы мероприятия сделали акцент на одной из первых и запоминающихся ролей Хэтэуэй в фильме «Дневники принцессы». Тогда ей было 19 лет. Хэтэуэй родилась в семье адвоката и актрисы в Нью-Йорке и с ранних лет мечтала о карьере в кинематографе. Первую актерскую работу Энн получила в 17 лет, роль в сериале «Будь собой». Воротилы Голливуда тогда обратили внимание на выразительную внешность актрисы и модельные данные. За 20 лет Хэтэуэй сыграла более чем 40 ролей в успешных голливудских фильмах: «Интерстеллар», «Темный рыцарь», «Возрождение легенды», «Отверженные», «Джейн Остин», «Один день», «Дьявол носит Прада» и многих других. Ранее 5defisTV.ru рассказывал о встрече Елены Летучей с голливудской звездой Умой Турман.